Всем привет! Сегодня я вам расскажу, где можно скачать взломанную Toku Boku на ПК, либо телефон, неважно, как ее установить быстро. Ну и отличить вообще от оригинальной версии, все ли у вас открыто. Готовы? Нет? Поехали! Итак, начнем. Зайдем на сайт tokuworld.ru. Нам нужен раздел обновления, ну и кликаем на последний пост. Отлично. Обновление с пекарней. Скроллим вниз, и нам нужна версия с встроенным кэшем. Тут нужна синяя кнопочка. Я уже скачал. Чтобы открыть этот файл на ПК, нам нужна программа. Специально эмулятор Android для ПК. LD Player называется. Можете скачать ее тоже по ссылке, которую оставлю в описании к видео. Выглядит значок вот так. Нажимаем на него. Кстати, для телефонов гораздо все проще, вы просто скачиваете файл, ну и начинаете его также устанавливать, этот же установщик, также нажмете копировать, и программа начнет собирать все файлы в одну и установит ее. Файлы установились, можно нажать установить игру, установить. Итак, мы установили Toku Boku 1.3.7 с пекарней. Вот загрузочный экран разработчиков мода. Подождем, пока загрузится. Так, отлично. У нас есть даже подарок во взломанной версии. Посмотрим. Да, Toku Boku загрузилась. Проверяем, полная ли версия. Да, много локаций. Сейчас проверим, все ли дома у нас есть дизайнерские. Да, все отлично. Это полная версия. Посмотрим также, все ли персонажи и подарок на почте. Почта загрузилась. Посмотрим, что за подарок нам приготовили. На какой-то блокнот. Смотрим, все ли персонажи. Да, всех персонажей очень много во всех категориях. Супер. Ну, а на этом установка Toku Boku подошла к концу. Всем удачи!